Ну что, Александр, всех приветствую. Мы продолжаем проходить Бэтмена Arkham City. Это Arkham City, да. Прошлой серии мы прошли очень много. Очень долго была серия. Сегодня будет покороче, конечно, серия, но посмотрим. Если будет финал, значит будет максимально длинно. Я думаю, не финал пока что. Я пока думаю, не финал. Your leading lady's waiting, Batman. Конечно, в любом случае, посмотрим. Если все будет намекать на то, что это уже финал, все. Значит, пройдем максимально тоже, типа, долго. Если нет, то будет покороче намного, типа, серия. На минут 50, 40, там, 30, где-то так. Потому что, знаешь, поудобнее при этом сидеть только уж прям к чифи, да. Тьфу. Прям к фпизе, питья воды или чаепитие. Приятного вам просмотра. Ну, знаешь, поудобнее. Приятного чего с аппетита. Надевайте прядик обязательно. Надевайте прядик обязательно. Приятного вам просмотра еще раз. А мы начинаем, собственно. Блять, ну ты конченый. Такой Бэтмен, ты долбоёб, я долбоёб. Aren't you supposed to be up on your feet and? Это, блять, потому что не знаю, игра. Игра такая, блять, просто. Хуй знает, я нажимаю одни кнопки, он делал по-другому. Ну, блять, конченый. Ладно, похуй, погнали. Давай, Бэтмен, давай не будем. Да вы не пизду! Ебитесь нахуй от меня. Просто Бэтмен, я хуею с тебя, блядь. Where are you, Batman? Си хуй, блядь. Просто одна хпшка осталась. Ну а хули нет, когда да.
here, next to the gaffer tape and the pliers. Your leading lady's waiting, Batman. Get up, Bats! Hey! All air units report in. Cease attack and return to base immediately. Repeat, return to base immediately. А, ебать, тут снайперов. Охуенно просто придумали, ребятки, блядь. Это что? Да нахуй мне-то в Баверии, блядь. Просто смотри, еще больше я здесь. То есть получается 1, 2, 3, 4. Ну там еще долбоев, видишь? Просто хуе, блядь. Your leading lady's waiting, Batman. А, ебать, долбоёб, смотри. Еще вон там чел стоит. Смотри, вообще их как дохуя. Well, this is just rude, Batman. I've laid on all this entertainment at the movie theater, and you can't even be bothered turning up. Да вы ёбнутые, что ли, совсем, блядь? Как меня спалили, блядь? Вот как просто? Просто хуей, как эти долбоёбы ещё могут палить.
take you so long, Batman? Oh, hold on. I get it. You want me to off this annoying woman, right? I mean, she does go on a bit with all that I am the great blah, blah, mystical mumbo-jumbo. I'll tell you what. I'll do it. But you owe me, okay? Эти все. Where are you, Batman? К следующим. I got your premiere ticket right here in my pocket. It's right here, next to the gaffer tape and the pliers. Ну ты долбоёб! Бля, потом вы говорите, что блять, я охуею с Бэтменом. Такой ты конченый совсем, блять, или да нахуй? Просто говорю, заберись, блять. Вот в приседе просто заберись. Он не может в приседе собраться или что? Блять, такой ты нахуй просто. Знаешь, когда давай сделаем, будет проще нам. Where are you, Batman? I got your premiere ticket right here in my pocket. It's right here. Ты можешь тофнуться? Ты можешь тофнуться, этот долбоёб вообще конченый или что, блядь? Знаешь, что Джокер тут, блядь, один из главных. Я правильно понимаю, что Джокер один из главных, блядь, так скажем, ну, злодеев. Да ты долбоёб, ты можешь слезть-то? Блядь, ты конченый совсем? Блять, мне скоро пукан будет с этой игры гореть. Ну реально, что за, блядь, персонаж уебищный просто. Конечно, не, я понимаю, что он, типа, он как супергерой прикольный, типа, да, но, блядь, вот это уебищно сделано, нахуй. Сука, блядь, просто ненавижу эту хуйню, блядь. Когда вот так, блядь, механика игры просто уебанская конкретно, блядь. Блядь, ну ты долбоеб совсем, что ли, нахуй? Where are you, Batman? Ой, блядь, ну ты... Ты можешь? Ты толбоёб совсем? Ну, ладно, это не я, это не он, это я, блядь. Понимаю. Hello, Batman. You can hear me, right? It's just, you don't seem to be coming to the movie theater, and I'd hate for you to read the spoilers on the internet again. Sorry. Еще есть двое. Четверо осталось, ребят. Ну так, на всякий случай вам говорю. Четверо еще осталось.
Да иди в пизду ты, блять, пошел ты нахуй, гандон ебаный, блять. Так, да, успокоимся, ты раб, начал, просто успокойся. Просто, блядь. Да. Ну и чё, где? Ага. Интересно, что здесь будет теперь? Hurry up and take your seat, Batman. The show's about to begin. Let's just talk about this. Now you want to talk. Too late, Batman. Give me the cure. But you've already got the cure. Talia, no! Problem solved. Проблема решена. You didn't need to. Why? Как-то странно, you would да? never do it. You left me no choice. There's always a choice. I had to save you. Harley Quinn stole it for him. I took it back. It's over. Surprise! Oh, Mr. J, you look perfect. Ring, ring. So how do you keep a secret from the world's greatest detective? Well, do you know? You stick it right in front of him, right under his long, pointy nose. And wait. Joker wants you to think he's sick. Then wait. Gotcha. You fell for the old fake Joker gag, Batman. Talia! I'm sorry, beloved. I didn't know. Блядь, ну пиздец. Encore! More! Bravo! It was never you. Not always. Well, sometimes. Confusing, isn't it? I know I'd want to know just what the hell is going on if I were you. Let's just say, at times like these, it's important to keep up appearances. But first, if you would be so kind, hand over my jaw. Ladies and gentlemen, for one night only, standing in for yours truly, I'm doing a damn fine job of it, I give you Clayface. You weren't even supposed to be in here, Carlo. Why sign up with Joker? The role of a lifetime! One last chance. Oh, lightning!
that's the final act just starting. It's a doozy. Encore! Блядь, это пиздец. Сука ебаная. Такой ты читаемый, мальчик, бля, просто. Такой ты читаемый, блядь. Смешной, что ли? Блять. Смешно, да, дохуя? Я правильно понимаю, дохуя смешной? Don't just stand around! Are you supposed to be playing with knives, Bats? What the hell are you doing, Bats? You're supposed to be killing Batman, remember? О, блядь. Ой, нахуй, два раза, да, хуярит? Окей, я понял. Блять. Нахуя смешно, что ли? Иди в пизду ты, блядь. Мальчик, вообще, понимаешь, ты вообще не попадаешь. Хуй попадаешь, понимаешь, вообще, в принципе. What are you doing? You're making me late for my spa treatment. И себя поза... I mean, it's not like you've got Конечно, a girl to save anymore, is it? Oh, I'm sorry. Too soon? Would a change of scenery help ease the pain? Да, блядь. Да ну нахуй. Блядь.
Да. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Как масло режется тупо, блядь. Нормально, блядь, оружие есть, меч, блядь, меч. Get out of my way, bats! I've got a date with immortality. Girlfriend poisoned Gotham in hell. It's not even breakfast. But so what? We all know you'll save me. Every decision you заканчивается смертью Мегаора. Люди умирают, останавливаю тебя. People die. I stop you. Ты бежишь и начинаешь все сначала. Break out and do it again. Think of it as a running gag. No! Are you happy now? Do you want to know something funny? Even after everything you've done, после всего, что ты сделал, я бы все равно спас тебя. I would have saved you. That actually is pretty funny. Интересно. Жестко. Получается, в этом случае он его не спас, да? Он его не спас. Это финал? Тебе подозреваем скоординировать, что за... Что здесь произошло? Бэтмен, что случилось? Бэтмен Архам Сити. Все? Это финал? Финал игры такой? Ну, конечно, жестко, да. Жестко.
Короче, если это финал, я точно не знаю, финал это или нет. Ну, короче, если это финал, давайте тогда я скажу свое мнение об этой игре. Игра прикольная, очень прикольная. Интересная даже, блин, по-своему. Конечно, эта механика, как в Ассасине, блядь, непонятная нахуй. То есть ты на геймпаде играешь, да? Вроде бежишь в одну сторону, нажимаешь одни комбинации, у тебя не работает, но срабатывает какая-то еще рандомная, блядь. И из-за этого ты либо... Ну, тебе либо нахуй сложнее будет победить этих врагов, да, которые тебя бьют нахуй там в игре и все тому подобное, да, или с которым нужно будет справляться, да, чтобы пройти дальше. Тебе будут с этим сложности, тебе какая-то рандомная просто, ну, случайно какая-то рандомная комбинация будет работать. Не ту, которую ты, конечно, запланировал. То есть, если вот я, например, не нажимал, да, вот Y, да, вот тут, блядь, у меня есть на геймпаде, я не нажимал, а он опа и сделал, понимаешь, действие, которое замбинчено на эту кнопку. Короче, такие, да, есть такие неудобства, конечно, по управлению. Вот, что меня довольно-таки огорчило, конечно же. Комбинации довольно-таки легкие, их просто из запроса все учат, просто реально нужно чуть-чуть побегать, короче, попробовать все кнопки вместе с собой совместить, ты примерно поймешь, что как работает, и все. И тебе будет намного-намного проще, вот какие-то короткие комбинации, да, блин, там есть короткая комбинация, очень прикольная, которым я пользовался сам лично. Вот, и когда ты их используешь прямо в бою, это вообще must-have, то есть ты еще быстрее будешь там, да, проходить куда-то дальше по заданию. Вот, моя игра прикольная, по графике, по сюжету прикольная, конечно, блин, нихуя непонятно, блядь, было сначала, с самого начала, да, что вообще за хуйня, блядь, но здесь, конечно, концовка не хэппи-энд, к сожалению. Ну как, она хэппи-энд, но, знаете, с этим, как это назвать-то? Это, типа, это хэппи-энд, но с привкусом не хэппи-энда, поверьте. You have one missed call. Call received 3 hours ago. Что, блядь? Жёстко. Короче, да, вот такой финал был. Я не знаю, это один, типа, тут одна концовка, две, я не знаю, три... Может, не знаю, хорошая у меня концовка или нет. Вообще, в принципе, одна концовка или нет. Если нет, то хороший ли у меня финал или нет. Если одна концовка, то, конечно, жалко. Жалко его девицу и Джокера. То он сказал, видите, он даже сказал, что если был бы вариант, то он бы спас Джокера. Чем это, я знаю, из-за чего. Потому что, ну, там с комиксами связано, типа, что Джокер там, да, знал, что он, ну, общался, короче, со зрителями всегда, через комиксы даже. И знал, что его всегда вернут еще, то есть, эти создатели. Так что все, на этот расчет был, короче, вот. Но тут сделали, видите, по-другому. Здесь сделали по-другому и наоборот. Сделали так, что Джокера мы не спасли. Джокера мы не спасли, это такое, конечно. Вот, ну, в принципе, игра такая, типа, очень... Вроде прикольно, да, а так много, так много с кем нужно драться, типа, блин, ну, хуй его знает. Честно, я не любитель Бэтмена, да, там, в принципе-то так. Я посмотрел не пару фильмов, да. Я смотрел пару фильмов, там, и ну, мультики какие-то, может быть, не мультики. Я не фанат Бэтмена, в принципе-то, вообще. Но игрушка мне прикольно зашла. Прикольно зашла. Чисто так поиграть, посмотреть, что это такое, да. Но чтобы вернуться сюда, пройти еще раз игру, я навряд ли. Я навряд ли. Хотя, может быть, когда будет вообще скучно-скучно, да, то возможно, да. Возможно, можно будет перепройти еще раз, потому что, ну, игрушка реально прикольная, но чтобы прямо именно, как сказать, как, к примеру, Assassin, да, или, не, даже Assassin, не, ну, например, как метро, да, там пройти просто, то не, к сожалению, нет. К сожалению, такого играть мне не, ну, мне не оставил никаких таких удовольствий, да, ну, эмоций в том плане, что хочется потом еще раз вернуться. Повторюсь, потому, это все потому, что я не фанат, и, в принципе, типа, ну, Бэтмена, да, и, в принципе, таких игр, да, про супергероев и тому подобное, вот, вот. В принципе, это как-то вот так вот. Игра, повторюсь, интересно, прикольно. Поиграть в нее стоит 100%. Довольно-таки, кстати, она и длинная даже. То есть сколько у нас серий? Серии 12-13, да, у нас получается. Я не знаю, сколько у нас серий даже по этой игре. Ну, достаточно, да, такой довольно-таки, ну, немало. Вот, серии по данной игре. То есть она не прям короткая.
Но и не прям длинный, скажем так. То есть, в любом случае, я думаю, есть длиннее игры. Но прикольно, все равно, мне понравилось. Мне понравилось, и... Конечно, да, конечно, финал, конечно, такой прям грустненький-грустненький. Довольно-таки грустненький. Вот, пишите свой комментарий по поводу этой игры. В комментариях, ну, в комментариях пишите мнение ваше об этой игре, как вам вообще сама игра. Повторюсь, ссылочка в описании на полное прохождение данной игры, там плейлист, да, или правом, или в верхних, там, правом или левом углах подсказочка выскочила на то, что на этот, на подсказочка выскочила на плейлист. Посмотрите обязательно, чтобы все было хорошо. Вот. Собственно, вот, в принципе, это все, наверное. Мнение все сказал. Понравилась игра, но она не встает на полочку с метро, с тем же, да, с The Walking Dead, с Wolf Among Us, с такими вот играми она не встает, к сожалению. Ну, что я говорю, я не фанат этих таких игр про супергероев, просто решил попробовать, посмотреть, что это такое, и мне понравилось, прикольно. Прикольно было поиграть за Бэтмена, да, за кошку, прикольно. Прикольненько. Жалко, вот, конечно, жалко, что нам дали мало поиграть за кошку, да, там в самом начале только, и вот ближе уже к концу игры дали поиграть чуть-чуть за кошку и все. И напишите в комментариях, интересно было бы узнать, что было бы, если бы за кошку я выбрал просто уйти. То есть не спасал бы Бэтмена. Вот это интересно, конечно, интересно. Вот так вот. Вот такая вот игрушка была на прохождение. Спасибо, что побыли со мной в этом увлекательном путешествии. Супергеройском путешествии. Очень интересно. Вот. Ставь лайк, подписывайся на канал, тебе не сложно, мне приятно, твоя поддержка мне. Делать дальше контент. Ну, правда. То, что сколько там, 74%, блядь, смотрят без подписки. Ну, это неуважение, считай, надо исправлять, обязательно. Просто зайди сейчас, вот пока я говорю, нажми кнопочку подписаться, лайк и все. Больше тебе ничего не нужно делать. Можешь там еще этот колокольчик нажать, да, ну, это если сам хочешь там уведомления получать. Вот, а если, ну, уведомления не приходят, да, от Ютуба, зайди там вот, ну, сейчас вот на экранах у тебя QR-кодик, да, там ссылочка есть в описании на Телеграм-канал. Просто наведи либо камеру, либо ссылочку, оп, нажми, перейди, подпишись, там уведомления всегда есть, когда выходит видео, так что вот. Саня, спасибо, кто это сделал, кто подписался и поставил лайк. Вот, в принципе, все, я думаю. В принципе, все. Спасибо еще раз за просмотр. Надеюсь, вам также понравилось это путешествие. Спасибо еще раз, что побыли со мной в этом супергеройском увлекательном путешествии по данной игре. Было прикольно поиграть, но чего-то особенного я, к сожалению, для себя я лично не увидел. Может быть, у вас другой чуть менее, да, может кто-то из вас, ну, для себя посчитал это той игрой, которая прям вау. Ну, для меня прям такого нет, такого нет, потому что я говорю, я не любитель супергеройских игр. Вот. Как-то так. Игрушка прикольная, интересная, да. Есть, конечно, свои чуть-чуть баги, есть вот это, ну, для меня лично, я не говорю за всех, может быть, это я, блядь, ну, неправильно управлял персонажем, да, но вот это, блядь, боевка ебучая, да, что нужно всякие комбинации, как в Mortal Kombat, знаете, и тому подобное, ну, мне это было, конечно, некомфортно. В такой-то это игре. Но, говорю, может быть, это чисто, ну, я тогда управлял персонажем, поэтому мне было неудобно. Может быть, вам удобно, почему нет? Это всего лишь, да, там, удобство, вкусовщина. Вот, но, повторюсь, игра прикольная, да, игра очень прикольная, очень графонистая даже, да, довольно-таки атмосферная, прикольная игра, затягивает, и есть головоломки даже, то есть нет, не будет такого, что просто, да, будешь играть и все, играть, типа, и проходить какой-то, да, там, ну, там, уровни будешь проходить, да, какие-то задания проходить, нет, ты будешь головоломки еще решать, которые я не все решил, а ты попробуй все реши, будет прикольно, если кто-то из вас решит полностью, вот. В принципе, все. Спасибо еще раз за просмотр. Такая вот игрушка была на прохождение. Спасибо еще раз за просмотр, ребят. Поддерживайте. Не забывайте ранее поддерживать и меня, и других там блогеров, потому что, ну, говорю за себя, для меня это очень огромная поддержка. Для меня это стимул делать что-то дальше, правда. Если вы хотите, чтобы... Ну, как сказать, хотите. Если хотите более лучшего, да, нового, прям качественного контента, то поддерживайте обязательно подпиской своей, лайком. Это для вас ничего, а для меня это вот такая вот поддержка, да. Вот, и стимул что-то делать дальше, правда. Спасибо заранее, кто это сделал еще раз. Вот, а повторюсь, что у нас на рождении была вот такая вот игра прикольненькая. Все мнение уже сказал, в принципе, все. Спасибо еще раз, что были со мной в этом путешествии.
очень, конечно, прикольным, но супергеройском. Вот. Как-то так. В принципе, все, ребят. Увидимся в следующих играх. Давайте. Поздравляем, открыта новая игра. Плюс. Вы можете пройти основную сюжетную линию снова, на этот раз со всеми устройствами улучшений, которые вы собрали. Не придется вам, поскольку вы начнете играть на повышенной сложности. Без предупреждающих значков врагов станет больше, и они будут сильнее. Важно, новая игра плюс — это отдельный режим, доступный в главном меню. На ваше достижение в основной игре он никак не влияет. Между режимами переносится только опыт улучшения устройства и трофеи загадочника. Я понял. Конечно, можно просто продолжить играть, да? Поздравляем, другие костюмы Бэтмена. Любой загруженный костюм Бэтмена можно использовать в основной сюжетной линии и новой игре плюс. Чтобы выбрать костюм, начните игру и при помощи главного меню. Нихуя не понял, ну ладно. О, все, ничего такого не будет, никакой там пасхальный, ничего. Че, какая-то пасхалка есть. Слышь? Time to get my things and quit this damn town for good. Этот город. Мать, что из-за тебя играют? А ты не хочешь мне сказать, почему из-за тебя играю? Правда? А почему за ней играем? Что это вообще происходит здесь? И чё, куда дальше нам? А, вот сюда аж. Пойму, блядь, что нового. Здесь что забрать нужно, блядь. Тем что ли, нахуй? Не, вон там, блядь. Is she dead? Hang on. She's waking up. Damn it. What are we gonna do? Kill her again. Where are my things? Tell me. I'll slice your heart, piece by piece. Two-Face has got him. He's at the museum. Okay? Thanks. So, you decided to come crawling back then, Harv. Pity. Oh well, time for this kitten to teach you some manners. Once and for all.
Блять, я уже попрощался, блять. Уже, ну, уже все закончилось, должен был серию, блять, а тут такое. Нихуя не понял, я реально уже попрощался, сказал, все, блять, все, серия закончена, блять, тут вот такое. Ну ладно. What the? No escape. That's bullcrap. There has to be a door out. Fuckers. I don't believe it. Опасно, опасно. Ебать, это что, блядь? Не, ну вот это уже хуйня страшная, честно. Good to see the boss back, right? Yeah, did you see all that gear he had with him? Must have been from the cat. He sent Paulie B over to blow that bitch's secret hideout sky high. Hopefully there's little bits of burning kitty cat raining down over Arkham City as we speak. That'll teach the bitch to screw with Two-Face. Ah!
Чувствую, будет долгая игра. Либо это не все. Я просто не понимаю. Либо это финал, либо это не все. Don't think I've ever seen the boss so happy. Maybe it's true. Maybe he really did kill Catwoman. It's Catwoman! Конечно, мы прошли с вами концовку. Если вам интересно, можем чуть-чуть просто так по фану уже. Я буду выпускать дополнительные какие-нибудь серии. Может быть, можно, знаете, что взять? Знаете, что можно с вами пройти? Так, дополнительно чисто. У нас здесь новая игра плюс есть, да? Месть загадочника есть. Вот, можем пройти месть Харли Квинн. Тоже как вариант. Почему нет? Но сюжетку мы с вами прошли полностью, в общем. А это что? А, ну здесь вот как раз эта тема есть. Понял, спасибо, короче, в любом случае за просмотр. Все, давайте. Увидимся в следующих играх. Давайте. Ну, если вам интересно, можем игру пройти. Месть Харли Квинн, как минимум. Месть загадочник у нас еще сам есть. Поэтому две дополнительные или там четыре можно сделать по вот этим. Ну, по вот этим заданиям. Если вам интересно, пишите в комментариях. Если интересно, окей, я сделал. Если нет, то нет. Увидимся с вами в следующих играх. Давайте.